С наступлением осени деревья и кустарники постепенно начинают менять свой окрас с зеленого на желтый, бурый, красный или оранжевый. Город преображается, чувствуется дыхание золотой поры года. Как же приятно в такое время прогуляться по родным улицам, зайти в парк, насладиться красотой природы. Однако листве свойственно опадать, заполняя собой тротуары, дороги и газоны. Чтобы сохранить чистоту и порядок в осенний период, в городе над Бугом сейчас активно проходит кампания по уборке опавших листьев. В первую очередь за дело взялись специалисты коммунальника. В осенний период становится сложнее работать, много листвы опадает, ее необходимо убирать с центральных улиц. Мы этим занимаемся. Сейчас пошло похолодание, листья, каштаны, все это требует затратных людских ресурсов, техники. Листья вывозим на специально отведенную площадку в районе переулка городского. В настоящий период для уборки листвы задействовано порядка 200 человек. Это только уборщики территории. Ну, соответственно, персонал для водительский состав. Это пылесосы, машины типа Бродвей подметально-уборочные. Также используются средства малой механизации. Это воздуходуйки так называемые, которые в виде ранца вешаются на спину. Также отведен шланг, который потоком воздуха сдувает листву. Такой вид уборки листвы не только удобен, но позволяет быстро и качественно собрать опавшую листву, не прибегая к такому инвентарю, как метла. Помимо уборки листвы, обрезка сухих веток или спил аварийно опасных деревьев в самом разгаре. Чтобы не случилось беды, специалисты коммунальных служб каждый год занимаются данной процедурой. Обрезка происходит осенью, зимой, если погода позволяет, чтобы не сильный мороз был, ну и весной. Для придания дереву формы, это формовочная обрезка производится. Если санитарно, это вырезаем сухие, вырезаем амилу и поднимаем крону. Это более глубокая обрезка, потому что она придает дереву форму. И оно, как бы, получается, надо безлиственный период. Санитарную обрезку можно производить как бы и летом, потому что там минимально обрезается некоторое количество ветвей в небольшом количестве, но дерево особо как бы не вредит. На данный момент деревьев произвели обрезку порядка 300 штук. Это включается санитарная обрезка, там, формовочная. Впереди еще два осенних месяца, и листва еще не раз застелит своим покрывалом улицы и аллеи города Бреста. А потому работникам коммунальной службы расслабляться некогда. Они всегда готовы делать наш город краше.